Они берут деньги у меня. Берут деньги. И постоянно говорят. А как по-другому, Владимир Иванович? Даст стакан кофе и все. И хлеба дает. Короче, забирают бухалку хлеба из церкви. Захожу в магазин сегодня. Кто-то бухалку хлеба оставил, положили. Забрал бухалку хлеба и это самое, чеснок взял, морковку взял, лук взял. Никто ругать не будет? Нет. На окне стоял. На улице? В магазине. На каком окне? А вот это самое, где стол, куда кладут пакеты. И на окне вот эта буханка хлеба была. Кто-то забыл, наверное. Нет. Для меня ставили. А, может быть. Да. Они всегда знают, что ты там кофе пьешь. Короче, даю ей 50 рублей сегодня. Она взяла 12.50 и смотрит на меня. И смотрит на меня. Я говорю, 37.50 давай. По делам. И все. Вот так держит деньги, блин, слышь. И ебет мозги, блядь, и себе, и людям. Что бы это значило, Владимир Иванович? А? Что принес деньги? И еще кое-кто говорит. Короче, в Москву надо ехать. Куда? Верховный суд. А то они меня доведут.